Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 718. События дня. За 30 ноября 2017 года, как эпиграф Иисуса Навина 1.8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Это повеление Божие. Сегодня, когда говоришь, вот это написано, чтобы женщина не одевалась в мужскую одежду и прочее, одеты были. Ну что вы, как фарисей? Что вы, как фарисей? Это люди неверующие. Отойди от них. Книга сия да не отходит от закона уст своих. Когда читал Библию, он не может сказать. Вчера женщина одна, да, как ее тут один проводит занятие, и ее показывают, да длинно так про нее. Она ничего не знала, училась в институте, ну, там вышла замуж, живут невенчанно. И сестра говорит, а вот умирает человек-то, он еще где-то есть, материализоваться может, дух вышел, как может? Она не знает совершенно. И сестра уговорила ее вызывать умершие. А как? Вот у тебя мама умерла, вот ее вызвать можно. Да вы что? Да как это так? Ну, и они там, она, сестра-то уже знала, и что-то там так. И этот дух, который там отвечает, он отвечает в письменном виде. В письменном виде. И она говорит, ну, я могу даже показать, это так прилично одета женщина в платке, правда, волосы не закрыты совсем. Ну, она в первый раз слышит. Тогда вопрос маме задать там что-то. Мама, и она, они показывают лицо. И тогда этот, который явилась как бы мама, и говорит, ты одеяло, матрас, подушки, это все сожги. Там на тебе вот это что? Сожги. Я с тобой, чтобы разговаривать могла. Но она, девка-то, все сожгла. А теперь ложится спать и говорит, а теперь что? Ну как, я же тебе сказал, что я все равно задушу тебя. Как задушу? Так я же сделала все как есть. И она тогда возопила. И главное, ложится спать, и форточка открыта. Иду, вижу, говорит, в небе далеко точка. И точка эта увеличивается, и на форточке тут села в комнате открытая, в виде воробья. Я, говорит, сестре закричала, она пришла, и давай выгонять, она вылетела. Маленько погодя, я гляжу, говорит, опять точка летит в виде вороны. Но она поняла, что кто это сатана. И она тогда возопила, да кто ты есть? Ну, чуть ли не заклинаю, скажи мне истину и правду, что мне делать, чтобы спастись? И он пишет, долго не отвечал, видимо, закляла она его, он отвечает, молитва, храм, кажется, священник. Господь, храм, молитва. Господь, храм, молитва. А кто такой Господь, она не знает. Господь даже не знает. И она пришла к храму, и там человек встретился, и он сказал, храм, заходи. Ну, и она зашла, вот Господь показал икону, ну, там распятие где-то. Она за распятие ухватилась, и горько-горько, говорит, я плакала. Ну, там священник с ней поговорил, и тот человек опять ее встретил, он на улице там был прислужник или кто-то. Молитвенник ей подарил, тут купил новый это Евангелие где-то. И дальше она себе рассказывает, какие последствия вот это Кашпировского, Чумака смотрели, это колдуны. Под разными там экстрасенсами и прочее. Это все вчерашний день у меня вошло. Я пишу, вчера, то есть, ну, позавчера вообще ночью привезли из Потеряевки на КамАЗе с прицепом дрова. Сегодня мы их уложили в 3,5 поленницы, то есть это вчера событие дня, длиной поленница 9 метров, шириной в 2 метра и высотой в 1,70 м. И всего получается 27 кубометров. Я ребятам вчера сказал, посчитайте, только это полено, длина его полметра, 4, тут не полный 4, 3,5, пол поленницы. Ну сколько же? Ну Никита говорит, это надо КамАЗ было замерить. Да из КамАЗа вывалили снегу-то сколько, да возили там. Здесь в чистом виде дрова. Ты знаешь, что снег там был? Игорь грузил куном-то. Ну, снег же есть. И тут мы снег этот отдельно тогда щепками возили. Сколько? Никто не сказал. А Никита сразу увидал, у меня написано 27 кубометров. Школьник так делает к ответу. Вот мы вчера здесь возились. Сколько тут пришло? Дыбуновых двое. Трое. Татьяна 4, Александра с ней пришла 5, потом Сергей приехал 6, и нас трое, 9 человек.
Надежда Васильевна была. А? Надежда Васильевна. Тоже. Надежда Васильевна 10. Но мне больше всего не понравилось то, что не закончено и бросают. Да мне надо, там одна сестра говорит другой сестре, там она больная, там уже при смерти. Надо отвести, что считать перед исповедью. Да она уже ничего не помнит. Что-то ей понятно. Никак. Все-таки я сильно ей сказал. Она добрая сестра такая, и она не поехала, осталась. Надежда Васильевна больная, тут побыла, тоже смылилась, никого нету. И этот, привези с собой, Дыбунов Игоря отца привез, отец Владимир-то. Он старше меня на 40 дней, наверное. Ну да, он 5 мая, а я 10 июня, одногодки-то. И он зеленый на меня, сам ходит едва-едва. И стоял больше тут, и все, мы выезжаем. Его мать. Почему? Ну, отец Владимир, он тут на улице. Я говорю, заходи у меня погреется. Да нет, мы уж повезем дом. Да как бросить, и мы-то остались. Теперь труд-то весь на нас, а еще куча огромная. Все, тоже сели на машину, уехали. Уехали. Представьте как. И вот мы летом работали на прудах там где-то, надо таскать. Которые лагерные, ни один не шевельнется. Это другие люди. Лагерь это совершенно другое. Ну, не лагерное теперь к нам в гости там. А деревенские... Ну, это не о всех говорю, а такие. А мне домой надо. Ну, что надо-то? Мы же вместе пришли. Дальше он уходит, не могу удержать. А мы ведрами, и мне нельзя колотить. Ну, нельзя. У меня позвоночник там все это после операции. Взял кувалду. На утро не могу ни пуговки застегнуть, руки граблями. Кувалдой сам поколотил один раз. Так-то ребята бьют. Бросили. Никогда не бросать. Я говорю, моей жизни ни разу не было. Даже мысли, как бы я бросил. Даже упал бы, и то не пошел. Понятия не имеют. Это лживое христианство. Я говорю про людей, которые так делают. И никакой нужды нету. А у меня корову дают. Да у тебя жена сидит дома. Одну корову не подоит, что ли, это в обед. Ее в обед-то никто и не доит, Потеряевки. Ну, то есть, фальшь, обман. И приходится одному, дальше ведра таскает. И гляжу, даже молодой тот парень, Исаакий, и тоже домой надо. Исаакий, ты пойми, будешь каяться на это. Зачем тебе? И он остался, не пошел. То есть на некоторых действует то, что я начинаю сильно укорять, судом Божьим пугать. Нет. Я-то отвечаю об одном человеке, он помогает мне сейчас с роликами, там, ну, которые они в ауде на сайте стоят, надо их теперь в виде видео подать здесь. Ну, где вот я сейчас даже покажу, вот смотрите. Вот это вот Иоанн Златоуст. Это будет примерно 1000, сейчас я скажу сколько. Что-то тут не видно, где она у меня бумажка-то такая была. Так, сколько? А что, почему не видно? А вот она. 1265 роликов. То есть поставить по проповеди по одной. Проповедь и конец. И превратить ее вот так. Ну вот. Один человек, Андрей Крещков из Америки, это сделал давно, уже полтора года у меня стоит, а я даже не скрыл ни разу. То есть я вижу, я подумал, что это, ну, просто картинка-то. А картинку-то надо давнуть, и тогда откроется. И он ее разбил, уже готовый материал. Ну, теперь я ставлю, ничего не надо. А заголовок и все. Но с Библией тут сложнее. Там по главам разбито или целиком идет. Я говорю, по полчаса сделать. И тут же нашелся человек. И он теперь мне помогает. Вот я даже могу это показать. Это человек, и даже где вот это изучение Библии, святой Златоуст. Вот здесь. А, и вот. Новиков Сергей Александрович по Библии помогает. Не знал никогда, тоже. И говорю, сейчас по Златоусту надо. Златоуст это из Америки, Крещков сделал. Архипелаг ГУЛАГ. Ну, кто-то там снял где-то, я посмотрел, моя начитка-то, ну, я там скопировал, другие надписи сделал, и претензий никаких нету. То есть это работа. И вот этот Сергей это все сделал, я ему говорю, есть еще одно дело, и оно нужное, и требует очень внимательных глаза и уха. Готовы участвовать? Как мне видится, вы вполне можете быть готовы к этому по знаниям своим и по расположению. А он недавно только появился... Евтушенко Сергей, тоже Сергей. Сергеев очень много, Евтушенко. И он говорит, я
искал истину, и вот наконец на вас натолкнулся, примерно на 80% я понимал точно так же, но я не был уверен, что это правильно. Теперь я точно знаю это. И теперь зазомбировали, как говорит его. Он не выходит. Уже книги выписал, и через 5 дней уже получил. Через 5 дней. Это очень быстро. Вот я даже могу показать его. Я вчера показывал Евтушенко. Так, где он тут? А, Б, В, Г, Д, Е. Вот, маленько приподними у меня. Я увеличу здесь. Подойди. Вот эту конструкцию мою. И чтобы давнуть. Вчера я показывал. Подожди-ка. Какой человек? Вот так. Вот он, смотри. Получил книги. И он недалеко живет, говорится, в Новосибирске. Можно мышкой сюда нажимать, вот плюс-минус. Здесь можно? Да. А, все, виноват. Виноват. Вот оно где. Ну, чтобы было видно, мышка, да? Да. Вот здесь вот, это плюс. Ага. Вот его видно. Так, бородка маленько как будто бы есть. Это он 3 тома Нового Завета, вообще шикарно изданные. 240 иллюстраций цветных. Он не думал, что я ему вот это вот, говорит, подарили мне он. Я сказал, почти кончаются, уже не будет книг там. 26-й о поэтах. И приложил, за который даже он не платил, для слова Божия нету. И он с такой охотой сейчас. И я ему это сейчас вот это письмо-то и пишу. Это мы переписку тут устроили. Вот смотрите, как Господь устраивает новый человек. Я говорю, ты можешь. Я говорю, мною насчитаны были 12 книг «Жития святых» по Дмитрию Ростовскому. Они закачаны на нашем сайте. Ну, вот он скинул. Евтушенко Сергей, сейчас попробую разобраться. Что можно сделать? Нужно выбрать всех святых из всех веков на конкретный день и собрать все в один ролик. Я правильно понимаю? Я отвечаю, нет, неправильно. На каждый день в году указаны святые. Ну, открой там календарь. И они в разные века жили, святые, с 1 по 19 век. В каждом дне разные годы, которые века. Я выбрал из 365 дней всех, которые умерли в 1 веке. Затем из 365 дней выбрал умерших во 2 веке и так до 20 века. Получилась целостная картина истории. То есть это тоже впервые сделано. Это нужно посмотреть вот здесь на нашем сайте «Во свете Библии». Ткнул, и там есть. Каждый файл, а там по файлам, это 2 часа и 5 минут. Но так как я записывал в то время, когда про интернеты не слышали, 1979 год, то насчитывал на катушке размером 375 метров, скорость 4,7 сантиметра в секунду, 4 дорожки. Новый век начинается всегда с новой дорожки. Вернее, неправильно я сказал, не только с новой дорожки, но с новой катушки. А пустые места на последней дорожке в предыдущем веке заполнял творениями святых. Одна дорожка, один файл с житиями святых. Их так и нужно издавать. Одно житие, один файл. Еще нужно создать около 800 файлов. Около 800. Но так как есть жития по полстраницы, то можно в один файл и несколько. Это за вычетом уже 300 отработанных и выставленных. Я на них уже указал выше. То есть я показал, что тут один работал, и 300 житий он обработал, хорошо обработал. Но нужно их вот так же вынести на наш канал файлами, как Златоуста и Библию. Тут один знаток занялся был, и очень умно, профессиональный программист. Вот только за декабрь частично ему показывают. Ткнешь, и он сразу увидишь, где. Тоже маленько можно приподнять. Подожди-ка. Я хочу показать, как это делается. Нужно нажать Ctrl. Держи Ctrl. Вот держу повыше так вот, все, чтобы туда шел. И теперь я на него навожу и щелкнул. И вот они показывают святые за декабрь месяц. Все, ставь на место. Вот. Память игумена. То есть вот за подряд идут святые за декабрь месяц. И за каждый месяц так. И он не выбрался, только около 300. Говорит, много времени отнимает, он не в силах. Там ребенок родился. Но не окончил, как он сказал, ввиду отсутствия времени. Всего житий 1173, а он выставил не более 300. Ну, то есть 800 остались, еще не добрали. Так, мне кажется. Можете посмотреть, как он их украсил в начале ролика. Музыка и прочее, там, пение церковное, а далее там моя начитка. Нужно выявить ненасчитанные и сделать как по Златоусту, по файлам. На сайте там жития все в таблице показаны.
ну, где показано, я сейчас тоже покажу. Вот смотрите, какая была работа проделана. Вот я открываю в этот, во свете Библии, вот наш библейский сайт, как он выглядит. И здесь вот такое, звук и видео, вот оно. Если видно, нет. Я нажимаю звук и видео, и вот теперь здесь. Библия, повторно насчитана, архипелаг ГУЛАГ, творение святого Златоуста, 12 томов, жития святых, 12 книг. Я нажимаю на них. И вот теперь идут первый век, второй, третий, пятый. Итак, вот сколько синенький, это файл, это дорожка. Это 2 часа 5 минут. Вот сколько вот здесь есть, вот это все 2 часа 5 минут. Это не просто циферка. Вот он сколько это. Каталог на житие святых по векам и файлам. Насчитано мною. Ну и что? А вот теперь надо посмотреть. Это ведь какой век, что каталог по житиям. Теперь я нажал на нее. Вот теперь, пожалуйста, первый век. Идут 5 сентября и по порядку, до сентября, по месяцам подряд. Какой святой, а справа количество страниц в книге. Вот сколько. Вот посмотрите, сейчас я буду прокручивать. Вот, ну, их много здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 22, получается, 22 строки на одном, как я показал сейчас. О, рванул как. Вот, я снова здесь. Если кому надо, найдете. 22. Вот считайте, сколько уже. 2. Теперь я снова это делаю. Вот теперь будет 3. Вот теперь 4. И так дальше идут. Это все. Теперь я только прокручивать буду. То смотрите, сколько. Это все умножайте на 22. Какого числа, какой святой и какой длины, ну, величины житие. Это вот все сделано. Тут вот с этой таблицей помогал мне Сергей Пупков. Больше никто не помогал. И все это в прошлом. А то пиарится, а то другое. По сегодняшний день в интернете этих материалов нету нигде. Нету. Почему? Ну, отдельное житие кто-то насчитывал. И Златоуст. Как будто бы кто-то там считает где-то. Ну, не знаю я, насколько это достоверно. Вот так. Это что у меня? Надо вернуться назад. Сейчас, подожди. И теперь выйти опять. Так. Сергей пишет, понял, делаю видео по вашему каталогу, который у вас на сайте, я показал. При этом разбиваю файлы по житиям, чтобы было удобно слушать. Большие отдельно, совсем маленькие можно объединить. Отвечаю ему, пересчитайте не раз, очень внимательно, что я вам тут написал, чтобы не делать того, что не нужно делать будет. Трудности в том, чтобы определить, какие жития уже выбраны, и какие останутся? Вот их обработать. Эх, около 800 житий. Видите как? Ну и дальше я помещу сегодня стихотворение одно. А потом распространять его буду. А завтра уже на него ответы пойдут. Вот. И называется «Патология». Ну, значит, патология, ненормальность. Эпиграф, Второзаконие 22.5. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие. Мерзок. А которая там мужчина с мужчиной ложатся, как делая срам, получая возмездие в самих себе, должное возмездие за свое заблуждение. Мусульман сразу их убивает в этот же день. Интересно, какая казнь. Связывают, поднимают на какой-то 20 этаж, оттуда низвергают вниз. Как с ними обращаются. Вот. Интересно, вот у нас свадьбы бывают. Ну, наши девушки там выходят замуж где-то. Ну, наши, они одеты, все. Но на свадьбе они их... Ну, не они сами одели, так, как будто в бюстгальтере сидят. Все прозрачно, и, ну, видно, там на грудях и все. И на сегодняшний день, а у меня там, я посылал даже туда аппарат, все заснято, у меня есть. Я даже жене стараюсь не показать. Почему? Потому что у нас знакомые есть и мусульмане. Сразу будет осуждение.
хорошие люди, все. И в пример ставим, у нас в Потеряевке был вот последняя, кажется, Виктор Савченко женился, и Анна была. Как она одета? Мы просто показываем пример. Вот это, и как все люди заходят одетые. И там у них, ну, как неверующие, там, и без рукавов. Даже наши были, и то платки сняли. В церкви в платках, а тут пришли, сняли. А у нас даже, ну, на свадебном пиру были все одеты, как положено. Пример оставили. Вот стихотворение такое, патология. Ну-ка, ну, что о патологии ты напишешь? Я пишу о том, зная много стихов, много, очень много знаю. Если не знаю такого стихотворения ни у Некрасова, ни у Пушкина, ни у кого. Я не стихотворец, не поэт, поназываю проповеди в стихах. Патология нынче – наука в законе. Любое уродство уже не в кунсткамере. Какими должны быть до смерти не вспомнили, держащихся моды лукавый поджаривал. Разрезы на юбках, высокий каблук и в брюки мужские залезшая женщина. Что мерзость и гнусность, то славится вслух, а правде святой только мысленно шепчутся. Век патологии – грех полиглотов, сумевших грехи всего мира собрать. С бесстыдством безнравственно с детства проглотят, но будет короткий преступной кровать. Короткой. Так редко, но встретишься ты с христианкой. Она без прикрас, без ненужных сережек, стоит в длинном платье и кажется странным. Как можно носить, что срамнее и дороже? Естественно, значит, с природой на пару, во всем натуральность, как Бог сотворил. В скромность украшена юность и старость, не нужно и траты на хитрость и грим. Кровавой краской рты полыхают знамением гиенского крика в огне. Итак, патология – штука плохая, и я не случайно напомнил о ней. За все извращения нам отвечать, сожженную совесть придется почистить. Не восковая же в храме свеча, торговля лютует в корысти нечистой. Ума патология числится нормой. Трещат на церковно-славянском противны, поют непонятные клиросы, хоры, порол их Христос супротивных. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Татьяна меня проверяет, старшая сестра, и в пятницу, когда батюшка приезжает, она всегда говорит, помолитесь, просфоры пищет. Святейшее слово от Иеговы. Звучит пусть не только по храмам святейшим. Сорвем благочестием бесстыдство покровы. Слугой у души быть, не плоть свою тешить. 1 июля 2005 года. И послесловие Иезекииля 23:40. Кроме сего посылала за людьми, приходившими издалека, к ним отправляли послов, и вот они приходили, и ты для них умывалась, сурмила глаза твои и украшалась нарядами. Это еще там до 4 главы можно посчитать пророка Исаии, как она там у ней луночки, идет цепочками, она гремит, как обольщает взорами. 1 Коринфянам 4:15. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. Всякий, хоть и мальчик маленький, ему не разрешат. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Это касается всех, даже грудного ребенка. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов. Как знак власти у мужчины – это борода. И вот это стихотворение сегодня я постараюсь рассылать, а завтра будет ответ. Так, теперь события про Украину. Вот у меня с Украины сидит здесь брат, и я его попросил просчитать. Это я его вытащил оттуда. Ну, считай, тут, да, где это, что и как. Давай. Вот этот документ принят. Вон, да? Вверху начинай. Определение
освященного архиерейского собора Русской Православной Церкви об обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета. Дальше. Верится для печати, 30 ноября, ссылка идет. Ну, вчера, то есть, это, ну, ночью заседание еще идет. Так, документ принят на архиерейском соборе Русской Православной Церкви 29 ноября по 2 декабря 2017 года. Не понял, конечно. Ну, ты понял, что это новинка? Да. То прямо она сейчас еще заседание, говорит, идет. А ну да. Архиерейский собор заслушал письменное обращение бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета к святейшему патриарху московскому и всея Руси Кириллу. Посмотри, на 29 ноября и по 2 декабря идет заседание. Это еще не кончилось. Сегодня только 1 декабря. И далее... Кириллу и епископату Русской Православной Церкви. Так, ну и слышите как? 16 ноября 2017 года. Володя, ты слышишь это? Да, да. Это очень важно. В письме содержится просьба о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе. Об отмене, кавычки открыты, всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях, ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами. Кавычки закрыты. Письмо завершается словами: «Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и также от сердца искренне прощаю всем». Собор с удовлетворением воспринимает обращение как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской Православной Церковью. В 2008 году архиерейский собор Русской Православной Церкви в определении о единстве церкви одобрил усилия Украинской Православной Церкви по преодолению раскола посредством диалога, в основе которого лежат верность каноническому преданию церкви и стремление возвратить церковное общение делившихся от спасительного единства. Кавычки закрыты. Кавычки закрыты. В обращении Священного Синода Русской Православной Церкви от 26 июля 2010 года к православным христианам Украины, пребывающим вне единства со Святой Церковью, сказано, что может, кавычки открыты, что может быть более желанным, чем возвращение отделившихся братьев в спасительную ограду единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Это было бы подлинное торжество православия, торжество любви Христовой. Мы молимся о приближении того часа, когда уклонившиеся в раскол свободно и непринужденно пожелают вернуться в лоно Церкви. О том, чтобы настал этот долгожданный день, который принесет мир и спасение многим измученным душам. И мы верим, что он непременно настанет. Кавычки закрыты. 2010 год. Ну да. После горестных 25 лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском православии и украинском обществе, в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства. Священный долг и тех, кто пребывает... Сегодняшний долг и тех, кто пребывает в церкви, и тех, кто стремится к воссоединению с нею в ежечасном подвиге взаимной любви и самоотречения, дабы преодолевать многолетнее отчуждение, уповая на милосердие и благость Господа и Бога нашего Иисуса Христа, средостение вражды разрушившего, решительный отказ от насилия и захвата храмов, отказ от взаимных обвинений и упреков, взаимное прощение друг другу старых обид, вот целебные средства самопожертвования и любви о Христе, которыми только и может быть восстановлено единство канонической церкви на Украине.
для ведения дальнейших переговоров с отделившимися от церковного общения собор учреждает комиссию в составе 1. Митрополит Иларион Волоколамский, председатель. 2. Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, Украинская Православная Церковь. 3. Митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, Украинская Православная Церковь. 4. Митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, Украинская Православная Церковь. То есть это те, которые с Московской Патриархией заодно. И 5. Протоиерей Николай Балашов. Вот у меня книга «Для Слова Божия не туз», он один из авторов этой книги. Он сильно много ходатайствовал за меня, большую работу делал, когда я сидел в вузах, а он и в судах, и везде там проводил время. Очень хороший человек. Протоиерей Николай Данилевич, Украинская Православная Церковь. 7. Протоиерей Игорь Якимчук, секретарь. Для ведения переговоров в необходимых случаях комиссия может привлекать консультантов. Ну и как? Теперь поверил? Или это обман? Так они, получается, они еще 2010 года искали пути этого соединения. Конечно. Да. Меня неоднократно всегда с Украины спрашивали, мы рядом там, а тут только такая, которая Филарету этому подчиняется, и как он благодать имеет или нет. Не знаю я про благодать, но причащаться, я отвечал, причащаться я к нему бы не пошел. Не пошел. Ну почему? Ну, нет расположения, и я бы все равно нашел Московский патриархат. Вот то, что мы сейчас прочитали, вот читал Никита Колесников, он вернулся из Потеряевки, Никита Андреевич тут. У нас тут из Потеряевки вот тут и Анна в гостях. Ну и тут наши братья. Андрей уехал, тут была матушка долго. Надежда Васильевна, ты столько этих шкур-то и привезли тебе бараньих-то и шерсти, что ты будешь с ней делать-то? Матушка, что она говорит? Скажи, матушка. Ну только смотри, матушка. Не бросай их, ты шкуры-то выделай, знаешь, какие будут хорошие они. А там ничего не надо, выделать очень просто их. Ну вот, события за вчерашний день. На-ка туда, закончи как следует. Подожди, еще сюда. Вот так. Сейчас опасаюсь.